Люберцы готовятся встретить новый 2020 год. 1 декабря засияла главная елка округа. Торжество дало старт зажжению всех световых иллюминаций. Управляющие организации, предприятия, образовательные учреждения и торговые объекты оформят в новогоднем стиле. Всего установят 167 живых и светодинамических елей и 23 светодиодные фигуры. Здание украсят почти 4500 гирлянд. К празднованиям готовы люберецкие парки. В Центральном Малаховском парке сказок и Наташинских прудах открылась почта Деда Мороза. Отправить письма главному волшебнику страны можно через специальные почтовые ящики. Кроме того, 7 декабря в Центральном в Наташинском парках распахнут свои двери мастерские Деда Мороза. Для гостей устроят настоящий праздник с угощениями и играми. А у маленьких талантов появится возможность смастерить елочные украшения и новогодние открытки. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.